Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды ежедневные. Так, задание, открыть колоду. Открыть колоду. Ну, давай откроем. Так, что у нас тут? Выпадает Бакстер Стокман. Собственно, персоны. Так, награду заберем. Пройдите серию испытать. Давай быстренько прибежимся. Так, сегодня у нас, ребята, суббота. Буквально через 6 часов уже будет воскресенье. Но для нас это ерунда. У меня длинный выходной, ребят, поэтому мы в топчике. Мы будем сегодня... Ну, не сегодня, а вообще вот за эти 3 выходных. И я перейду в топ. А, соответственно, будет награда по фулке. Единственное, что... Так, суббота, воскресенье, понедельник. А, понедельник я захватываю. То есть будет еще и буст. Хм, шикарно. Что я могу сказать? Просто шикардос. Так, давай хрумкнем. И тут остаются, ребята, считанные денечки до Нового года. Естественно, я вас всех заочно хочу поздравить с этим хорошим, замечательным праздником. Так сказать, семейным, в первую очередь. Вот. Ну и, соответственно, конечно же, хочу, чтобы в новом году все было хорошо, чтобы закончились все вот эти вот, ребята, передряги, которые у нас сейчас творятся в мире. И будем надеяться на лучшее. Как говорится, без надежды нам никуда. Так, ну что, Донни, надо было лучом бомбить. Что-то я тут с ними, ребят, слишком долго, мне кажется, возюкаюсь. Ну-ка, вырубим. Ауч. Ничего себе. Так, минус. Донни, успокойся. Успокойся, малыш. Так, хорошо. У него еще и броня, оказывается, была. Откуда он броню-то взял? Эй! Разве у Донателло есть получение брони? По-моему, нету. А у него была броня. Странно. Хорошо, главное, мы здесь победили. Так, забираем награду. И пойдем-ка, наверное, сразимся. Ну, в поединках. В поединках драться мы, конечно же, не будем. Мы сделаем все немножко проще. Так, слэшу, ребят, осталось всего лишь один уровень поднять, и он будет сотка. А мы с тобой прокачиваем... Блин, где я? Я их уже, ребят, потерял. Ну, маузеров, конечно же, будем прокачивать сейчас. Вот, кроликов наших. Во-первых, уровень сразу повысим. Это раз. Ну и поехали. Нам нужно 4 книги. Вот эти вот... Книги, псалтырь, я не знаю, как их назвать. Пока нам выпадает какой-то сырный телефон. Так, одну книгу я нашел. Одну книгу я нашел, нам нужны... Так, вторая, 3, по-моему, да? Но здесь... Так, ага, третья, подожди секундочку. Точно нам 3 или... Ага, еще одну. Еще одну книгу сейчас найдем. Все, с книгами покончено. Так, теперь нам нужно найти 14, ребята, вот этих вот кружек. 14. Так, это вторая получается. Блин, кружки не так легко выпадают. Третья. Четвертая. Пятая. Давай хотя бы 7 кружек найдем и все. Так, шестая. Седьмая, все, 7 кружек нашли. Остальное мы уже... Да что такое-то? Остальные кружки мы с тобой уже будем искать в следующей серии. Так, здесь у нас все выполнено. Мутаген, ну я не знаю, нужен ли нам мутаген здесь. Я знаю только то, что нам нужно с тобой сегодня рвать когти. Потому что суббота. Завтра последний день, воскресенье. А в понедельник уже все. Как говорится, приплыли. Блин, 12 откатов. Всего лишь 12 откатов. Ну, не знаю, зачем мне здесь нужен железноголовый. Без понятия, если честно. Он все равно не успеет сходить. У них инициатива здесь будет намного больше. Но я надеюсь на нашего Армагона хотя бы парочку, чтобы он уложил баньки. Красавчик. Так. Ой-ой-ой-ой, в кого бомбит? Ай, черт подери. Ну, ты понял, да? Мы потеряли одного из бойцов. К сожалению. Донни, ты здесь вряд ли что-то сделаешь, потому что он слишком силен для вас. Хм, а Рокстеди, тем не менее, его смог подбить.
Ну что же, это нам только в плюсик. Так, мы переходим с тобой на 43-ю позицию, и это только лишь начало. Двигаемся дальше. Так, я возьму, наверное, Рафаэля, Донателло, Лео, Майки, и сюда же в эту компанию возьму Сплинтера. Пускай будет Сплинтер. Кстати, вот здесь было бы неплохо, ребята, если бы вот эта вот команда была бы, как бы тебе сказать, синергия, да, чтобы у них были взаимные, как бы тебе сказать, улучшения. Вот то, что ты берешь сетовую команду, у них были бы бонусы. Вот это было бы круто. Так, ну, неплохо. Возьмем, наверное, провокацию на Рафаэля. И Донни, добьешь ты их всех? Красавчик. Конечно, ребят, конечно же, он ушатал их всех. По-другому и быть не могло. Так, и мы перемещаемся на 29 место. Медленно-медленно продвигаемся, если честно. Я думал, что будет немножко побыстрее. Так, 17-24, наверное, не дадут. Придется нам, наверное, остановиться на 17-23. Давай тогда так сделаем. Ну что, берем Бакстера плюс Ваньку. Бакстер, Ванька, провокаций здесь нет. Надеюсь на их инициативу, что они будут все-таки ходить первыми. Потому что если мы пропустим ход... Блин, тут кролики. Ай, ну конечно же, Хан, ну твою налево. Хан плюс Майки, ёк-макарёк, зашибись. Они всех моих слабаков распинали, прикинь. Вот это да. Вот это, блин, трэш. Ё-моё, ребят. Блин. Так тупо получилось, а. Причем еще думал, блин, а если все-таки и все равно рискнул. Черт подери, а. Конечно, обидно, ребят. Просто катку в никуда слил. Просто, понимаешь, как в толчок ее сливаешь. Вот то же самое сейчас произошло. Да. Если бы хотя бы Зэк был бы с помощью вот своей бомбочки, он бы мог бы всех там врагов замедлить. И, возможно, мы бы вышли из этой ситуации сухими. Но минус два бойца. Ты с этим ничего не попишешь. Мы только себе оттягиваем, ребят, победу. А именно три звезды на Лиге Мастеров. Так, ну что, я думаю, что после вот этого очередного поединка мы все-таки с тобой перелетим на следующий ранг. Так, берем Кожеголового плюс Макмана. И самое вот, что противно, приходится, ребята, брать уже по два персонажа. По-другому, ну, никак не получается. И хочешь вроде сэкономить, а оно не получается. Давай, Кожеголовый, потом Макман добьет, я думаю, всех своим мусорным торнадо. Да, вот здесь вот хорошо получилось. Блин, ну вот те два предыдущих поединка прям аж, не знаю, ребят, прям коребит меня. Так, 97-я позиция. Нам бы добраться бы еще до Лиги Мастеров-то 3 звезды. Не все так просто, как хотелось бы. Давай, наверное, сделаем так. Раз, два, три. Ну, здесь я все-таки, ребята, большую надежду ложу на Армагона с его супермощной атакой. Плюс слэш. Если слэш меня подведет... Да иди ты в пень, ты тут запарил уже, блин, а, Хан. Я офигею, ребят, 74 уровень, у него инициатива, блин, зашкаливающая просто. Просто делает невероятные штуки, блин. Ходит быстрее всех, запарил он, вот серьезно. Блин. Хорошо он начал бомбить Армагона. А если бы он, например, ударил по кому-нибудь послабее, все, до свидания, опять минус боец был бы. Давай уже 17-24, пора уже давать мне повышение. Чего вы мне 17-23 все подкармливаете на этом? Не хотят. Жуки, а. Так, ну что, ладно, возьмем тогда это, Супер Шредера и... Ну его надо брать, ребят, в паре. Супер Шреддер плюс Армагон. И максимум, на что нам хватит, это на 5 поединков, если мы будем с тобой тратить по 2 отката. Но я еще не смотрел рекламу. То есть, получается, 10 поединков мы сможем отыграть в общей сложности. 10 поединков, давай посмотрим. Если мы задний проход тратим, точнее набираем буквально 10 ступенек, то нам нужно где-то сотку.
чтобы поднять уровень. Сотку, да, это получается по 10 откатов. Нам нужно будет 10 откатов. 10 на 10, это будет сотка как раз. Ладно, посмотрим, что у нас из этого может выйти. Давайте мне 17-24, нужен ну предел. У нас уже идет предел, но они не хотят. Ой, нет, 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 ребят, там майки. Давай вот эту команду возьмем. Так, плюс Усаги. Армагон и Усаги, ну в принципе, ребят, должно получиться. Усаги у нас в любом случае будет ходить первым, да. Соответственно, возможность по наложения постепенного урона. Ну и там уже Армагону придется просто немножко валунчиком пошурудить их гнездо. Вообще удачно, ты видел, как Усаги на всех ребят положил постепенку. Красавчик. Так, ну что же, мы двигаемся дальше. Двигаемся дальше, и у нас 65-я позиция. Угу. Вот, 17-24 уже стали давать. Ну, давай я возьму Армагона, как обычно, с нашим супершредером. И три слабых бойца. Но опять же, пропорции очень фиговые, ребята. Два топовых и три слабых. А надо наоборот. Четыре слабых, один топовый. Вот тогда будет прогресс налицо. А так у нас с тобой будет долгая возня. Все. Здесь завалили. Ну, троим нашим ребятам вот этим повезло, потому что они были под хорошей защитой. Так, 55-е место, да? Окей. Давай, Армагон. Опять же, та же самая зацикленная схема у нас идет. Зачем изобретать велосипед, если у нас уже есть старые проверенные комба? Согласись. Так, ну что, влупим. Ну, здесь с постепенным уроном он, конечно, ребята, немножко схандрил. Потому что, ну, на двоих не повесил. На крайних повесил. Ну и центрального он вырубил сразу же. Я имею в виду супершредера. Давай 45-ю. Угу. Ну я и говорю, по 10 ступенек, ребята, идет у нас. Так что, вот только с кубками опять начинается вот эта вот волокита, возня. Давай мне 17-24. Жук. Вот. Да-да-да, у них как всегда, ребята, только через выклянчивание. Раз, два, три. Втроем. Ну, здесь не особо такая мощная команда. Эйприл должна сразу, в принципе, упасть. Да, они тут все ватники. Все ватники, все разбираются с полтычка, поэтому мы продвигаемся дальше. Так, смотрим. 35-ю дадут? Даже 34-ю, отлично. 34-я позиция. Давай мне 17-24. Ну, пожалуйста. Ну, что вы мне вот... Не было ни проигрыша, ничего не было, вот. Не было ничего такого, что могли бы ребята на чем-то акцентироваться и дать понижение. Но нет же. Они это делают, вопреки всему. И приходится рулить вот постоянно. Крутить, как говорится, рулетку удачи и надеяться на 17-24. Ну, оно все-таки в конце концов выпадает. Но время-то все равно идет. Давай, бомби. Замечательно. Так, вырубили мы этих хлопцев и, соответственно, двигаемся далее. Ну что, 24-е место уже у нас. Я думаю, еще где-то поединка, наверное, 3 нам придется сделать, и мы уже перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды. В Лигу Мастеров 3 звезды. Чего? Воу! У меня уже, ребята, откаты кончатся, прикинь. Так, придется нам идти в магазин. Кстати, дай-ка я гляну здесь, что у нас происходит. Здесь у нас ничего не происходит. Придется идти в магазин, ребята, и смотреть рекламные вот эти вот откаты. Так, друзья, но я получил только 8 откатов, 10-й никак не могу получить, потому что, видишь, похоже, сейчас нет доступных видео для просмотра. Ладно. У меня нету времени там 3 часа сидеть в ожидании. Давай попробуем так сыграть.
17-24, давай уж. Не надо тут ломаться мне, пожалуйста. 17-24, так, берем Армагона. И получается опять придется брать Супер Шреддера. Раз, два, три. Ну, не знаю, насколько хватит, друзья, насколько хватит. Покупать откаты я не буду. Попробуем без этого, как говорится, справиться. Ну, докуда дойдем, до туда дойдем. Завтра еще будет день, друзья мои, завтра будет пища. Поэтому, возможно, мы еще успеем, как говорится, пройти до понедельника, до нашего, как говорится, буста. Так, отлично, посмотрим, какую позицию мы занимаем. Ну, в Лигу Мастеров 3 звезды однозначно мы попадем. Я думаю, даже уже вот после этого поединка. Так, берем опять Жармагона и давай возьмем Кренга. Раз, два, три. 56 уровень до сих пор еще отыгрывается. Сколько же у меня, ребята, много персонажей именно от 55 до 56, 7, ну, короче, до 60 уровня. Согласись. Ты смотри, что вытворяет. А, Карайка, ну, конечно же, у него инициатива большая. Ну, Крэнк, давай, отрывайся по полной программе на них. Своим супер-пупер лучом. Все. Заколбасили. Так, ну что, перейдем? Да ладно, вы сейчас просто издеваетесь. Они меня не перебросили. Специально, я чувствую, что это, ребята, сделано спецом все. Ладно, раз, два, три. Я все равно перейду. Чего бы мне это ни стоило. Сколько бы времени на это ни ушло, переход будет за мной. Так, давай валунчиком всех остальных шваркнем. Так, идеально. Такие стоят трое черепашек из одного сезона. Ну что же, а вот, друзья мои, и Лига Мастеров 3 звезды. Наша долгожданная, так скажем. Так, сколько у меня еще? Твою налево, мне не хватит. Как бы я тут, конечно, не старался, не хватит. Но опять же, они зажали, ребята, два отката мне на рекламе. Нет, доступных видео, придите попозже. Не, я, конечно, сейчас попробую вот здесь вот поиграть и еще разок зайти. А вдруг все-таки получится получить два отката, извини меня, это целый поединок. А целый поединок, это считай, целых 10 ступенек на прорыв. То есть, как бы стоит заморочиться насчет этого. Но 81-я, да? О, 79-я. 79-я. Так, подожди, давай зайдем, наверное, все-таки в энергию. Я попробую, ребят. Нет. Не хотят они давать. Ну, с одним откатом. Ну, что я здесь могу сделать с одним откатом? Ну, давай возьмем... Даже не знаю, кого. Так, команду возьмем вот эту вот, наверное, да? Вот эту вот. Возьму я здесь Супер Шреддера. И придется брать вот... Да, ребят, как бы смешно это ни звучало, придется брать вот таких вот паршивцев себе в команду. Ну, поехали. Ну, Супер Шреддер, конечно, молодец. Все хорошо как бы сделано, но... Давай попробуем шатать Сплинтера. Отлично. Так, если мы сделаем крик. Так, мы еще и замедлили их. Плюс пробивным я попробую вырубить Рокстеди. Да неужели у нас... Давай вот так вот на всякий случай. Неужели у нас получится? Но опять же, ребята, не без помощи Супер Шреддера. Он как основной здесь был. Ну и 67-я позиция. Так, получается, что все. Ага, погоди-ка, а мы сможем сейчас слышать-то? Нам чуть-чуть не хватает. Буквально капельку. Так, есть предложение у меня. Так, где у меня маузеры? Так, подожди, вот они, кролики. Давай-ка мы попробуем сейчас. 7 кружек, да, нам не хватает. Раз. Вторая. Так. Блин, пицца кончилась. А нам хватает? Сейчас, секунду. Твою налево. Так, у нас где-то мутаген, по-моему, разыгрывается, да?
Вот, придется тогда сюда идти. Придется здесь, друзья мои, набивать мутаген, чтобы прокачать нам сегодня слэша на сотку. Так, тут нормально все получилось. Так, дальше. Ну, я думаю, здесь тоже без проблем особых будет у нас. На автобой ставим, все. Давай, 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 двигаемся быстрее дальше. Так, 600 мутагенов. Ну, в принципе, уже, ребята, хватает. Но давай на всякий случай про запасик наберем еще немножко. Потому что кожеголовый наконец-то у нас будет сотым уровнем. Он прокачан по скиллам до 6 ступени. Ну, теперь все, полноценно переходим на кроликов. Так, еще два этапа. Полноценно переходим на кроликов, будем их прокачивать. То есть уже и по уровню, и по скиллам. А там уже будем смотреть, насколько они действительно сильны. Мне сказали, что они ушатывают Кренга на изи, типа. И Супер Шреддер там тоже отдыхает. По сравнению с кроликами. Вот мы и посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, кожеголовый, ну зачем ты берешь вот эту вот провокацию? Она нафиг здесь не нужна. Против мутагеноида. Все. По-моему, все стадии мы прошли. Все 5 мутагена мы с тобой набрали. Соответственно, сейчас будем прокачивать нашего слэша. Да, друзья мои, максимальный уровень он у нас получил. Заодно и посмотрим, на сотке все меняется, как я уже говорил, да? На сотке они становятся очень мощными. Посмотрим, насколько он будет у нас мощным. Так, ну здесь я, ребят, не буду ничего делать. Единственное, что можно вот тут вот. Что ж такое-то? Что вот тут вот можно немножко поелозить. Но опять же, скажу тебе, своими 61-ми и 70-ми уровнями здесь особо не побуянишь. Особенно вот этот у нас острозуб 61 уровень, который имеет. Ему-то ли здесь. Он еще и провокацию взял. Это Супер Шреддер, ты что сделал сейчас? Зачем ты потратил? Зачем вы все это делаете? Все, ребята, лучше, наверное, играть самим. Это полная ерунда получается, что они тут делают. Это сейчас у нас будет два брата, да? Это Трек и Гранитор. Да. И я пришел сюда без суперударов. Красота. Неописуемая просто. Ну все, 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 пожамкались. Молодцы. Паутинку в слепоту. Так, ну слепота не особо, конечно, хорошо сработала. Ладно, апперкот. Так, ну этот уже не железо, это однозначно. Так, этого замедлили. Этот упал. Да ладно, ты посмотри, что. Твою налево. Ну, острозуб, понятно, ребята. Острозуб, он в Африке, острозуб. Сопляк он. Потому что он имеет 61 уровень. Понимаешь, 61 уровень. Убираем просто-напросто его из команды нашей. Пускай мы будем в меньшинстве, но зато мы с тобой пройдем. Так, ну что, поехали. Так, этого в минус. Убрали. Да и паука, собственно, честно говоря, можно было бы из этой команды убрать. Он тоже так себе здесь. Как говорится, и без него можно было бы обойтись. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Все. Ну и вот эти опять два брата-акробата. Один лом, другой лопата. Выходят. Как вы долго тут поприветствовали. Тут все, все, хорош. Еще видите, что там стоят бойцы и ждут вас. Так, начинаем опять слепоту. На двоих теперь упало. В прошлый раз только на одного. В плане постепенно урон не повесил. Ты че, Рафаэль? Вот так вот, двоих сразу же. Шикардос. Ну вот, что и требовалось доказать. А теперь можно, ребят. А, ладно, была не была. Разочек можно себе позволить. Вот, эксперт снаряжения я получил.
И сейчас вот это получим с тобой, значок. И, в принципе, все, хорош на этом. Все, снаряжение, мощь тоже мы забрали. Так, друзья мои, на этом сегодня буду закругляться. Слэш прокачан сегодня у нас до суточки, что уже приятно. И увидимся уже в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.